Еду сейчас из Вилла-Реал Сан-Антонио в Фару. Мимо этого здания второй раз хотел вам показать это графики. Если вы едете по этой дороге, то вы не пропустите с левой стороны это здание. Смотрите, как его разрисовали, круто. Прям серьезная художественная работа. Бивис и Батхи, да, если не ошибаюсь. Шикарная вещь. Сумасшедший дом. Причем, смотрите, он закрыт. Там еще и внутри 100% разукрашено. Вон висит валик, которым красили. Там еще что-то. А это ботинок покрашенный. Пойду сейчас еще раз обойду, с той стороны сниму. Вырезать ничего не буду, пусть будет как будет. Там тоже вон крашеное все. Ну, живая еще крыша. Ну, дом, видимо, старый. Смотрите, какой ажурный балкончик. Жалко, нельзя зайти. Но я думаю, что это по просьбе местных закрыли. Потому что здесь была, наверное, тусовка крутейшая. Мы приехали в город Иштареже и хотим показать искусство стрит-арта, которое здесь неплохо так выражено. Так что пойдем прогуляемся по улочкам этого городка. Карты у нас нет, но здесь представлены практически на всех старых домах какие-то картины, которые сделали известные мастера из Испании, из Аргентины. Португальцы. Да, весь мир. И время от времени проходит какой-то фестиваль. Кстати, когда едешь через этот город, а я ездил уже не раз, ну, создается впечатление дыры. Да нет, я вам скажу. Прям так приятненький городишко. Жалко, что затерлось. Я найду в интернете и ставлю. Там мы еще заметили. Ну, в общем, мы идем, гуляем. Как всегда, у нас все экспромтом. Заодно город узнаем. Да, заодно городишко узнаем. Провинциальный португальский городишко. Причем ему много лет, это 16 век. Статус города получил этот город. Вот центральная площадь. Ну, да, очень много всяких соборов и церквей здесь, кстати. На маску на него поставили. На маску. Франциско Барбоса. А это кто такой? Не знаешь случайно? Вот еще одна граффити. Довольно-таки знаменитая в интернете. Много ее изображений. И чуть не прошли. Шли вот там по улице. Если бы у меня ребенок назад не оглянулся и не сказал, что это такое, так бы и прошли. Thank you.
мы пришли туда, куда надо. Вообще в этом году, я тебе скажу, прям так пустынно на улицах, да? Мало народу. Коронавирус. Вот она, вот она. Где? Вот изображение. Это очень знаменитое изображение, да, кстати. Да, это да. Же заметил издалека. А я сейчас вот так пройду. Я даже не заметил. Смотри, какой шикарный граффити. Здесь очень многие фотографируются, я тебе советую сфотаться. Нет, не хочу. Эх ты. Пройдет несколько лет, этого уже не будет. Смотри, какой старый дом, старый город. Пошли к железнодорожному вокзалу. Сейчас спустимся здесь. Да, жара прям. А ведь еще недавно здесь жили люди стопудово. Да, жили. Да-да-да, вон лестница на второй этаж. Ну, лестница, я тебе скажу, она не сильно старая. Ты еще хочешь дальше туда идти? Мы дойдем, посмотрим, что тут. Я, не, я по этим бомжатникам лазить-то не буду, чтобы какую-нибудь гадость не подхватить. Просто обойдем, посмотрим. Нам же надо найти это граффити, эту птичку. Нету ничего. А это отбили, знаете почему? Потому что Азулежу отбивали вот эту плитку. Она довольно так нормально старая стоит. Вот такая плитка может на базаре стоить 5 евро. И отбивали, скорее всего, именно ее. Это никому не надо. Хозяев-то нет. В принципе, не преступление. Смотрите, как надо внимательно смотреть. Мы вот шли оттуда, я потом вот здесь вот зашел вам показать, да? А вот смотрите, просмотрели. Это тоже вот изображение относится к граффити своеобразные. А что это за материал? На камне, кстати. Это камень. Это тоже фотография гуляет по интернету, но это, видимо, реставрируют. Потому что это готовая фотография, ей уже много здесь лет. Представляете, граффити реставрируют на стенах. Такого я еще не видел. А вот ради этого мы сюда и приехали. Из-за этой кучи мусора. Но это не куча мусора. Я недавно вам показывал, в Порту была одна. Такая композиция. Это, да, куча мусора, но самого художника зовут Бурдалу. Смотрите, вот у него какие есть вещи. Мы видели только в Порту. А на самом деле их очень много. Обязательно надо посетить и увидеть многие. Смотри, какой талантливый человек. То есть это, понимаешь, что куски машин. Лампа какая-то. Да, это бампера. Поддоны машин, шифер. Вот так вот, вот слушай, Сем, вот тут сблизи смотришь, ну это просто какая-то хинея, не понять что. А со стороны прям реально птица. Если вы захотите это увидеть и не искать, смотрите, парк автокараванов. И вот с правой стороны, видите, это птица, чтобы вы запомнили, куда ехать. Вот, очень легко. Прям очень легко найти. Вот еще одно граффити с пятиэтажный дом. Посмотрите, размеры очень крутое. То есть я к чему веду? В любой город Португалии вы приедете и везде увидите какие-то граффити. Народ рисовать любит.
Но только скажите, что это не круто. Это же реально круто. В каждом городе Португалии можно собрать такие рисунки, наверное, в какой-то альбом и сделать коллекцию. И очень даже неплохую коллекцию. Отличный город. Приятный город. Кормят, а у меня два, и каждый в три раза больше, чем ты. Вот так. Сиди, сейчас откроет тебе кто-нибудь, запустит. Чудо. О, ну ты мимо такого здания не пройдешь. Смотрите, какая плитка. А я уже встречал такую. А вон там видно, кто-то отбивает. Какая красотень. Вот она, плитка, она толстая, старая такая, знаете, под сантиметр толщиной. Это уже произведение искусства, остатки. Было роскошь. Почему это никто не делает вот в таком состоянии, меня не спрашивайте, я не понимаю. Это уже третья в моей коллекции картина Бурдалу II. Смотрите, какая прелесть. Он везде уже отметился. Ну, пойдемте еще посмотрим. Вот это граффити, я понимаю. Шикарный городок. Прям какая-то такая столичная у него атмосферка. Не какой-то там прям забитый цивилизацией. Ну, вроде бы все это старые руины, но все это торжественно красиво. Много где бываю, но здесь прям реально неплохо. Для туристов, я думаю, здесь полазить, но не хуже, чем в Порту. Гарантирую, все работает. Ну-ка. Здесь всегда все работает. Ну давайте. Бродилку устроим. Но здесь, кстати, туристы есть. Прям есть туристы. Сам удивился. Ходят. Много людей прямо вот фотографируют. Но здесь есть что посмотреть. Но чисто, чисто, прям вообще чисто. Вот классно. Здоровский городишко. Даже придраться ни к чему. Но я вообще-то не придираюсь никогда, собственно говоря. Мне нравятся и руины. Все помаленьку. С той стороны граффити. Тоже крутые. Вообще классное граффити. Так, а сюда? Да. А сюда мы сейчас с вами сможем перейти. Пойдем сейчас это все дело обойдем и найдем эти граффити. Так, обойти здесь только, считайте, вон там. А вот что граффити парень рисует. Пойдем посмотрим. На космодроме Байконур 5-минутный перекур. И тот бросил свой бычок прямо в топливный бачок. Взывая к Абарису, да?
если Вайка Борис. Это не законченное. Смотрите еще, когда закончится, что будет вообще супер. Вообще класс. Сюда приехать через год и сфотографировать бы уже законченную граффити. Здорово вообще. Обалдеть здорово как. И мне что нравится, никто никогда не грубит, никто никогда не пошлет. Все очень интеллигентно и с улыбкой. Я говорю, можно сфотографировать? Да, конечно. Как вы рисуете? Можно? Да, да, пожалуйста. А я говорю, это вы рисовали? Все, он говорит, нет, я вот эту только часть, а до этого из Бразилии парень рисовал. Они, видно, разбили на участке, кто какой дорисовывает. Может быть, кто лучше, кто хуже, я не знаю. Но вот этот парень сейчас будет заканчивать этот рисунок. Ну, а это чисто по-португальски, да. Я в любом случае, когда приезжаешь в незнакомое место, с забегом, да, грубо говоря, без подготовки. У меня есть интернет в телефоне, я могу, конечно, посмотреть. Но вот это первое впечатление, оно и создает потом о городе само вот такое большое впечатление. Но очень крутой городишко, вы сами видите. Очень крутой. Все покрыто туманом белым, все покрыто туманом серым. И склонилась над картой девчушка. И граффити не всегда это плохо. Не идти мимо забора и матершинное слово написать. А вот что-нибудь, правда, такое красивое нарисовать. Вы видали такое? Граффити реставрируют. Гидрометеоинститута! Тут рассвета метеосводки со своих катеров плода. Рыбаки с карантинной слободки и разведчики и пилоты ждут матросы весеннего лова. Но не ждет на морях путина. Так скажи им верное слово, дай надежду им, Валентина. 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 Я свернул с дороги, зашел. Вот улица вот такая невзрачная, смотрите. Посмотрю, перила какие-то. Там фонарь. Выхожу, смотрите, какой классный забор сделали люди. И все здесь под гальку. То есть спуск к домам. Все под галечку. Забор такой классный. Тут у них что-то огорожено. Какой-то замок. Ну, типа замкового типа забор. Прям так на красоту надавили и на камни вот на эти. Мне все это Порто напоминает. Ну, что-то есть похожее. Эти улочки узкие. Ой, ну здесь прохладненько, здесь хорошо. Прям вот, вот хорошо. И пахнет. Пахнет порошком стиральным и парфюмом. Ну, парфюм, потому что девчонки впереди идут. От них так прет. Мама не горюй. Но это хорошо. Лучше с парфюмом пускай. Пахнет. Чем не пойми, какой прелестью. Куда я выхожу? О, смотрите, еще одна граффити. Ну, я прям прошел туда, куда мне надо. Чем понравился городишко, тем, что невероятное количество бесплатных парковок. Просто невероятное количество. Допустим, в моем городе такого нету. Везде платное, везде автоматы. Здесь тоже, наверное, есть автомат, но я не видел, но гарантированно есть. Но невероятное количество бесплатных парковок. Вот просто невероятное. Во-первых, шопинги стоят, да, и вот люди могут спокойно оставить. У нас нет, у нас обязательно найдется какой-нибудь друг, который будет махать руками, которому надо дать копейку. Здесь вот прям все четко.
Очень понравился город. Смотрите, река. Мы вон там с вами гуляли. Я думаю, когда-нибудь еще сюда приедем, уже, знаете, как бы подготовленными. Потому что неподготовленными, конечно, лучше не ездить с одной стороны. С другой стороны, все равно интересно. Все равно очень интересно. Вот там ребята ловят рыбу, по-моему, да, с удочками. Даже жалко как-то уезжать. Хотя, с другой стороны, я могу сюда и завтра приехать. И вообще в любой день, когда езжу рыбачить. А народ сюда приезжает, видно, из разных городов, потому что очень много машин и выходят, знаете, такие вот, когда видно вот туристического вида или людей, которые любят погулять, приехали с фотоаппаратами, красиво одеты, вот прямо такое вот, знаете, такое ощущение, что вот это Порту или какая-то столица, вот там даже это Лиссабон, и люди приехали из каких-то других городов, там они уже все посетили, а здесь они еще ничего не видели. И вот они приехали, чтобы это все рассмотреть. Понравился город, еще говорю, это уже в сотый раз. Прям вот такой городишко. Будете мимо проезжать, обязательно приедьте, посмотрите, погуляйте, покушайте в ресторанах. Здесь везде неплохо кормят. Не знаю, что добавить, но когда выпустят за границу или когда всех уколят уколом от коронавируса, обязательно приезжать в наши края.